Жилой комплекс «Оазис» расположен на живописном участке массива «Оболонь» вдоль Оболонской набережной и проспекта Героев Сталинграда. Его отличают улучшенная архитектура зданий и планировок квартир. Многие квартиры комплекса с видом на Днепр. Комплекс состоит из трех линий жилых домов. Первая линия представлена домами клубного типа с разноуровневыми квартирами, видом на Днепр и благоустроенной набережной. Материал постройки – кирпич с наружным утеплением фасадов и покрытием декоративной штукатуркой. Вторую линию образуют дома из красного кирпича. Каждый из домов состоит из 8 корпусов разной этажности от 9 до 16 этажей, образующими внутренний двор с детской площадкой. Все дома второй линии имеют подземные и наземные паркинги. Третья линия представлена 24-этажными домами, построенными по монолитно-каркасной технологии с кирпичным наполнением стен и наружной декоративной штукатуркой. Таких домов всего 4, два из которых имеют по 2 корпуса. Жилищный комплекс «Оазис» имеет свою полноценную инфраструктуру. Продуктовые магазины разного класса, медицинские учреждения, медиком, Ноу-хау Мед, Синева и так далее, детсады различного типа, детскую академию искусств, зону отдыха, набережная Днепра с городским пляжем и парком, спортивные и развлекательные клубы, гостиницу, салоны красоты, кафе, рестораны, агентство недвижимости «Планета Оболонь», гольф-клуб и многие другие объекты инфраструктуры. Комплекс проектировался и строился в 2000-е годы по проекту народного архитектора Валентина Исака и представляет собой один из достойнейших вариантов проживания в столице.